Уже 2 года край не выделяет на строительство метро ни копейки. А недавно депутаты законодательного собрания заявили, что стройку вообще нужно заморозить. Городу метро не нужно. Однако наш метрострой в Москве сумел доказать, что центру Сибири подземка необходима. Сейчас канадская машина, которая получила русское имя Ольга, стоит на площадке под тентом с обогревателями. Проходческий комплекс «Словоц» – сложная гидравлическая машина и, конечно же, боится мороза. Тем не менее, метростроевцы не собираются прерывать свою работу на холода. Для «Ловода» они строят теплое помещение.